Доброго времени суток. Я представитель школы Болотова. С Борисом Васильевичем познакомился в 1992 году. Я полностью был разочарован в возможностях нашей медицины. И после изучения теории и практики Бориса Васильевича открылись новые перспективы для преодоления многих заболеваний. Дмитрий Владимирович, что получается? Звонят люди, говорят, что было повышенное давление, начали пить бальзам Болотова, давление нормализовалось. Почему это происходит? Ну, это было связано с тем, что действительно произошло разжижение крови раз, и есть гипертония, которая связана с желудочно-кишечной гипертонией. То есть, когда желудочно-кишечный тракт, он не может формировать из-за воспалительных процессов, он не может формировать желудочные соки, поджелудочной железы, печени. И жидкость, эта избыточная жидкость, она создает давление. Поэтому, когда принимается бальзам, в этом случае даже рассасывание соли при кишечной форме гипертонии приводит к нормализации давления.